Всем привет, ребятушки, подписчики, зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, подпишись на канал, очень много интересного будет. Запускаются новые проекты по обзорам и тестам аппаратов. Но на сегодня у нас на нашем обзоре такой аппарат, как Kitori KTG-200P. Ручка просто не прикрутилась. Немножко посмотрим его визуально. Тестировать мы его сейчас не будем. Про тест будет очень интересное видео, но это будет следующее видео. Расскажу потом в конце. Сейчас маленько посмотрим его, расскажу вообще, как будет проходить тест данного аппарата. Сейчас посмотрим просто визуально, что да как у него, что присутствует. На передней панели у него разъем под подключение хобота, как я его называю. Клеммы плюс-минус для сварки ММА и минус для этих. Ну, это всем все понятно, в принципе-то. Он варит ММА штучным электродом и полуавтоматической проволокой. Стоит регулировка на ММА сварку до 160 ампер. На полуавтоматическую сварку проволокой до 200 ампер. Также подача, это скорость подачи проволоки. Стоит индикатор включения электропитания, индикатор температуры. При перегреве аппарат просто отключится. Это очень хорошо. Также стоит переключение ТИК ММА, ММА МИК. МИК-ММА, проволокой и штучным электродом. Этот аппарат, так, ручку пока уберем. Этот аппарат серии Профи. По техническим характеристикам все его описания будут внизу под видео. Посмотрите, обязательно все это размещу. Очень неплохие характеристики. Но посмотрим дальше, что в нем. Так, здесь я сразу скажу, открыл. Здесь уже лежали упакованы горелка сама, клемма масса, ручка и... Ну ладно, давайте сейчас поговорим сначала о комплектующих. Сама горелка, сам хобот, как я его называю, меня порадовала и очень удобная такая, удобная, держится в руке, хорошо, удобно. Вот ее взял в руки, у меня аппарат совсем другой марки, но это не важно. Вот эту вот, когда горелку берешь в руки, с ней охота ходить. Вот она действительно так удобно ложится в руке, что, блин, ну правда удобно. Удобная горелочка. Даже вот, мне кажется, им будет хорошо варить. Изгиб, сам изгиб, маленько по-другому сделан, чем на моем аппарате. Это, мне кажется, будет более удобно. Но мне, сразу скажу, не понравилось. Вот эта вот часть мне не понравилась. Я бы сюда... Все-таки, как на других аппаратах, поставил пружинную. Ну, хотя, вот она и на этой. Также, видите, сама вот это сделано добротно. Вообще добротно. Сам разъем. Думаю, что он послужит верой и правдой. В этот. Ну, хотя вот из-за этого, я думаю, что с аппаратом, с полуавтоматическим, никто по улице не бегает. Никто с ним не бегает. Это... как бы не сильно большой минус. Так, ладно, прервали нас там чуть-чуть. Продолжим.
Так, клемма массы. Очень мне понравилось. Смотрите, качество выполнения массы очень даже хорошее. Такая добротная прям. Пружина стоит мощная. Здесь медная. Не простая проволочная. Да. Сам кабель медный. Не алюминий. Есть крашеный алюминий, это медная. Ну, длина провода. Сейчас посмотрим. 1,5 метра. Да, 1,5 метра. Длина провода. Мы так на ощупь. Так, что еще? Комплектации у него. Ну, естественно, сама Библия по этому аппарату. Два сопла идут сразу в комплекте. Сопла 0,8, 0,9. Хомутик. Под шланг. Шланг сразу идет в комплекте. Этот к самому аппарату, этот конец, этот к баллону. Хомутик в комплекте присутствует. Ну, естественно, как я уже показывал, ручка. Сам механизм для затяжки проволоки барабана с проволокой. Давайте теперь посмотрим, что здесь внутри. Я вот не знаю, наверное, сейчас я видео говорю, камеру маленько поставлю. А, нет, ну сначала расскажу про... Мне понравилось вот здесь вот сама открывашка, очень так сделана хорошо. Мягенько открывается. Мягенько. Так, раз, опа, и открыли. Так, с чего мы здесь начнем? Начнем, наверное, с проволоки. Вот сюда ставится сама катушка. Катушка вставляется до 5 килограмм. Скажу сразу, если вы с этим аппаратом собираетесь куда-то ездить там на заказы или вообще перевозить его в автомобиле, после того, как вы установили проволоку сюда, если вы установили 5-килограммовую катушку, то я вам советую при транспортировке ее снимать. Потому что это очень тяжело. Если килограммовая стоит, то ничего страшного. Если стоит 5-килограммовая, вот этот можно просто, он может отломиться. Сами понимаете, в машине едете, все трясется, все туда-сюда. Поэтому надо, я советую снимать. Так, сейчас я поставлю поближе камеру и объясню про сам механизм и про все остальное. Не отключаемся. Так, ну что, поставили мы поближе камеру. Начнем с чего? Сам механизм металлический, весь металлический. Вот этот, это затяжка прижатия проволоки. Откинули, все, стоит подшипник, ролик. По ролику, ролик здесь на 0,8 и на единичку. Меняется очень легко. Если проволока, если вы вот здесь вот видите 0,8, значит у вас стоит под проволоку 0,8. Если вам нужна единичка, собака, замолчи! Ставите, просто переворачиваете ролик. Все, получается проволока единичка здесь идет. Ничего здесь сложного нет. Ну, как бы самая ходовая. Я думаю, что все всегда валят 0,8 единичкой. Но не буду насчет этого утверждать, потому что у каждого все разное. Что здесь еще? Протяжки, кнопки протяжки проволоки здесь нет. Но я считаю, что это и не сугубо важная функция. У меня она есть, но я ей не пользуюсь. Мне удобнее протяжку самим хоботом, как говорится, делать. Смена полярности. Смена полярности — это немаловажная функция. Это я просто говорю для начинающих, кто еще никогда не пользовался полуавтоматической сваркой, предназначенной для сварки металла с газом и без газа. Вот сейчас здесь установлено для сварки с газом. Если вы берете флюсовую проволоку и будете варить без газа, вам надо вот эту вот клемку перекрутить вот сюда. Не забывайте этого делать. И обязательно это делайте, потому что бывают такие случаи, когда покупают аппарат, потом приходят в магазин и говорят, что аппарат не варит. Им говорят, а вы как варили? Все нормально, подцепили газ, там подцепили. Не всегда здесь стоит на газ. Вот в данный момент стоит на сварку с газом.
Но не всегда здесь так установлено. Не будет аппарат варить, если вы полярности поменяете. Она должна быть обратной полярности для сварки без газа. Со сваркой с газом прямой полярности. Вот эту обязательно переставляйте. Поставили вот сюда, поставили флюсовую проволоку, варите. Поставили, подцепили газ, поставили проволоку обычную, перецепили вот сюда. Все, с этим, в принципе-то, наверное, все. Но флюсовая проволока я, допустим, пользуюсь очень редко. Только тогда, когда у меня есть, иногда бывает такая ситуация, что с газом перебои. У нас здесь его не очень легко найти. Ставлю флюсовую проволоку. И еще пользуюсь флюсовой проволокой, когда варю чугун. Есть флюсовая проволока по чугуну. Очень-очень-очень хорошая проволока. Пробовал ее. Чугун варит хорошо. Она есть с чугуном, которая с газом варишь по чугуну. Там мне как-то не впечатлило. Начинает кипеть, там все бурлеть. Не сваривает. Плохая этот. А когда флюсовой по чугуну варит, это так, на всякий случай вам. Так, что здесь еще? В принципе-то, наверное, здесь, наверное, больше сказать-то и нечего. Посмотрим, что у нас на задней панели. На задней панели у нас все его технические характеристики. Но, повторюсь, все его добавочно сделаю их внизу под видео, все описания. Здесь под газ, подключение газа. Хорошо поставили даже транспортировочную колпачок, чтобы сюда не попадал всякий мусор. Это плюс, лайк, как говорится. Переключаю включение-выключение сети питания автомата. Ну и выход на сам кабель, вентилятор. Естественно, вентилятор. Что еще? Ну, наверное, здесь по этим и все. Сейчас скажу вам, расскажу вам, как будет проходить тест данного аппарата. Сейчас камеру передвину и расскажу. Так, ну все, вроде по аппарату мы все посмотрели. Визуально его. Мне вот нравится, здесь хорошо сделано, кстати. Еще добавочка небольшая. Само крепление вот это как оно. Я думаю, что это очень хорошо и надежно. Так, ну ладно. Перейдем к другой фазе всего этого. Тест этого аппарата будет проходить, как и последующие тесты всех аппаратов, будут проходить абсолютно в другом режиме. Мы не будем их теперь тестить так, чтобы мы его включили, посмотрели, как он работает, один раз проварили и все. Нет. Мы будем делать что? Мы будем брать аппарат, выполнять им полностью заказ. Полностью заказ. Есть у нас заказ. Мы берем аппарат. Этим аппаратом, на данный момент мы вот этим аппаратом будем изготавливать садовые качели. Полностью изготавливаем заказ этим аппаратом. Тем самым мы объективно сможем понять, как он в работе. Не один-два шовчика наложить, а полностью посмотреть, как он в работе. На разных токах там будут у нас металл тройка, там двойка, полтора миллиметра. Тонкие металлы, толстые металлы. Сочетания будут кованые элементы с 10-го, с 12-го квадрата. Все это мы будем проваривать именно этим аппаратом. И последующие аппараты, которые мы будем тестить, мы будем делать все именно так. А о судьбах этих аппаратов вы узнаете из видео по тесту этого аппарата. Советую вам, настоятельно советую, если вы собираетесь покупать себе какой-либо аппарат, подписаться на канал. Подписаться на канал, на мой канал, также на канал самого магазина. Ссылочка будет на мой канал и на канал магазина внизу под видео. Подпишитесь, я вам советую, рекомендую. Также можете в комментариях, не можете, обязательно оставляйте свои комментарии, что бы вы хотели увидеть на канале, обзоры каких аппаратов. Постараемся все ваши желания выполнить по аппаратам, которые вы попросите сделать. Всеми аппаратами будем проводить не просто такое 15-минутный провары-завары, а будем выполнять заказы данными аппаратами и тестить их в режиме, как говорится, полной работы на всех этих. Так что будет очень много интересного. Ну, на этом, наверное, я закончу свой диалог.
Подписываемся на канал, оставляем комментарии. На все комментарии обязательно будут ответы. Подписываемся на мой канал, на канал магазина. Ссылочки будут внизу под видео. Ждем теста данного аппарата в реальных условиях, в реальной работе. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч, ребятки. Пока-пока.